Я так понял, ты пить, да, Славик, первых условил? Ну да. Да, пока добежали, пока рассредоточились. Не, у меня лютая агрогенерация, я на второе место вышел. Значит, 8 будем все стоять? Неплохо. Саппорт можете бахнуть, хилы. Да. Вам полегче было. Сейчас я бахну, если прав. Ну что-то реально прошибало очень сильно. Только да. Я не понимаю, как нас сделать. Нам надо, чтобы Петя и два мага. Ну ладно, маг, два, три, чтобы были под укусом, блядь, и все, да, они разъебут. Будем под укусом, не переживай. Петя не переживаю. Я фантазирую. Да. Что там, бафы готовности? Я еще бегу. Бафы готовности. Вон что. Хули бафы стоять, когда никого нету. Черного. Какая рыба будет хавать сидеть. Мне кажется, она сейчас пошотает. Что, Делоран? Ну, попробуем. Нет, типа в одной точке. Я это могу прохилить с этой точки, просто надо будет, знаешь, там подвигаться надо будет ребятам чуть-чуть, а они будут это делать все. Что не видно же на ком пак. Я теперь не понимаю, если на мне пак и в куче стоит, там, надо подвигаться. Надо, бля, проще выбегать, когда танки забирают и высоко поднимают, а тут всем проще выбегаться. Смотри, хилы могут стоять в мили-зоне, чтобы там, ну, проще с паком было. А кастеры сбегаются в мили-зону, куда надо пакт свести, и все. Есть на тебя инта. То есть ты хочешь всех поставить миликов в одну точку, а хилы чуть позади? Вот именно, что хилы стоят в миликах, а РДЗ стоят немного позади. Да. Нет, да. Тени. Вращайся, тени. Стоял, втыкал ты на это, как пак тебе был. У тебя кто-то бежал, ты стоял в мили-зоне. Красная фигня такая здоровенная. Надо бежать к человеку, которого такая же фигня. Ах, ладно, давайте мы встанем в мили-зоне, встанем. А эти будут стоять позади, будут подбегать. Сейчас будет, прибежит. И вот так вот. А его это. Бежит. Так как вы в центре ее здесь кусок оставили, нас потом фернет и будет печаль. Умирают люди в эфире. В центр будем сбегаться под эфир? Да, чтобы мы с диспелом продиспели, все сбегаемся. Центр, мы с диспел и разбегаемся друг от друга на расстоянии метров так 12-15. Да. Слушайте, без паники, и все. У тебя это ШП отошел, да, антифир? Когда я сбросилась, ну, наебись. Ну, перед полом прям себя кидаешь. Все. Ну, где Войт? Пока что. Войт сгорел. А тебя же. А может, не сгорел. Не, ну она пока что просто ушел, его да нет. Это ты сгорел, блядь. Я? Я не то чтобы сгорел. Я просто, ну... Просто поленился и признать ты не захотел это еще. Почему? Так, началось опять 25-25, все, давайте. Ну я просто настолько похуй, что я даже разговаривать на эту тему. Ну ты ж опять сейчас сгорел. Ну, я не то чтобы сгорел, но я просто неохота ни кому ничего доказывать. Да зачем доказывать? Просто скажи, да, бля, я не захотел прожать чаж, блядь, набрать агро, блядь, отбежать за стену. Блядь, отъебись от меня, опять ну, ты начинаешь
Ты очень душно к этому вопросу подходишь. Мне оно нахуй не нужно. Я тебе предлагал держать киселя. Ты сказал, не хочу держать киселя. Так и надо было сказать. Я хочу вас вайпнуть, ребята. Давайте вайпнем. Ой, блядь, а ты мог взять стать на киселя и протанчить его как надо. Ты же такой дохуя продвинутый, прошаренный. Причем за протовары так же, блядь. Вот просто похуй мне. Вот кем ты будешь танчить, мне будет похуй. Ты будешь танчить киселя и покажешь, как надо. Хорошо? Просто ты показал отношение. Не, просто давай, давай ты будешь танчить кем хочешь, как хочешь и кого хочешь. Как, собственно, я хотел танчить твоих, а не киселя. Ну, блядь, ну один хуй, я тебя попросил просто отстать меня с этой темы. Ты продолжаешь эту тему мусолить. Нахуй. Я вообще стою, меня не бафают еще. Ну, конечно, бы не бафают, потому что все слушают наши разговоры. Лапку дайте. И рыбу. Нахуй лап, нет, нет барабана, все, перебьешь, давай, пуляй. А рыба? Ой, его была рыба последняя. Рыбу съели уже. Ну, я тогда Бичевскую поставлю. Рисобах, ясно тебе есть рисобах? Троянский танк не нажимай. Я танк не нажимаю. Это самое... Я просто стреляю тебя. Андрюх, ты потом комп поставить, начинай уже жать лопехи и все остальное, чтобы получить все зеркало. Сразу не прожимайся. А я даже не прожимался. Я тотем. Хики, с кем там был? Тени на ком. Чем я дал тебе серию? Парик, выбеги. Ты знал то, что Ассири увеличивает хил? О, падает. А кто не выбежал? Да? Я знал, что мы не пишем, мы падаем. Кто не вынес? Барик. Заигрался парень. Ты еще скажи мне момент, на тебя... Ты агроба повесил на себя? Я? Нет. Паладин. Ладно, а чё фигня? Вон, он под мелькрыли поражал, начал ебашить. Сразу же. Может, за это агро набрал? Ну, не знаю, типа, крылья не крылья. У него 7, у Пети 14, у меня 12. И, типа, нас там нет, а он там есть. Слушай, ну, блядь, что-то нажал, что-то у него получилось. Может, нажал агроспелл просто на себя. Неважно. Хорошо. Таун прожал, блядь, и начал ебашить. Он уже дымашит там у них вроде паладинов. Ротацию поставил себе. Будет темнеть экран. Надо будет выбежать. Я вот ДБМ слетел, поэтому он не потемнело ничего. Сейчас там по-другому это... Слушай, Ларик, у тебя там вообще ГГ, да, хил? Кого? Ларика. Есть хил. Я его сам брал, тот писал. У него вроде хил какой-то там ГГшный, он говорил. Ну, я просто думал поставить голхелпа к вам, чтобы он брустанул, дал. Ларик похилил бы. Борец. О, нихуя себе же бочек, только сейчас, по-моему, что-то 55-й стал. Не, ну я просто переключаюсь, когда есть хит, когда нету хита. 60-й, 60-й. Понятно. Блять, у меня тоже для шмот лежать, я могу одеть, но они, бля, будут бесполезны. Могу встать 57-м тоже, но хуйня. Что бой не спадает? Спал. Бой спадает. Поднимайтесь выше просто, ребят. Выше, выше, выше. И все будет хорошо. Сейчас. Поднимайте. Пожалуйста, ребят, следите за своим экраном. Следите за вашим бафом. Когда на вас вешается... тени, если у вас ДБМ стоит нормально, он там орёт, пищит, пердится, что угодно делает. А
попробуйте говнорубку, войд поставил. Тобой нет. Ну, Петян 19 дал. Что, у вас ДБМа нет у нас целка? Да, у меня вообще без ДБМа. Но у нас нету целка для ДБМа. Вообще ни у кого в рейде нету ДБМа? Угу. Я сейчас есть ДБМ. Вот, я автомат скинул в одну пачку всех. А, сколько? 257. У нас есть минуты 2-3 точно. Если кому-то надо отойти. А что такое? Ну, не знаю, паладин, видимо, решил альтов 4 релогаться. И попал в очередь. Красавчик. В смысле, там очередь на сервер? Да. Ёбаный, брат, я еще со сервера вышел. Сыграю пока что, в игрушку другую. Позвоню. Призвуку. Thank you.
использовать эту способность. Начинаем представление. Слишком далеко. У тебя не получилось. Это было неразумно. Не повезло. Привет тебе. Thank you.
Что ты тут долго отпиваешься? Все готовы? Сейчас, хапал ДП. Да-да, пошли. Ты и так полусухой. Нормально. Ладно, попробуй. Чайная секунда. Нарцисс. Никуса 9. У меня сзади 5. Да, я вижу. Тени 5. После секунды. Тени секунды. Тебе. Да, тебе давай. Если я есть тебе, может тебе. Не. Окей, собрать тогда не надо. Тогда не надо. ДЦ нахуй. Ага, 2 секунды течения. Барри. У тебя не получилось. А, нет, даже шучу. Ларик вышел. Ларик. Вы умерли, типа, все? Ну, минус 2. Умер. У меня шотного прилетело. Не повезло. Ну вы что, в одной точке стоите или что, не могу понять? Да вроде нет, разряжены стояли. Хилам оставляйте центр, ДД по бокам. Рейндж 8. Ты опять Вальку говоришь? Я хуеваю, конечно, нет. Есть простой способ, блядь, чтобы не агрить Вальку. Не бежать через центр, а бежать по краю, блядь. Если у вас, блядь, не получается. По самой стеночке.
Или вам... Я могу закрыть палец, побежать прямо, она отваливается и все. Если не бить ее, ничего не делать. А-а-а. Средоточено. Френч 8. Вот. Такой цветной кружочек большой, здоровый. В центре. Петер, ставь метки, пожалуйста, для РДД. Давай так. Ты я, блядь, чё? Так, пойдёт? Да. Дальше, ребят, когда вы выносите лужу, не надо бежать, блядь, и потом ее разворачивать, блядь, оставить в центре. Бегите дальше, разливайте ее по прямой, пожалуйста. Не делайте никаких крючков. Держитесь как можно ближе к стенке. Все. Какой нахуй? Готовность! Забудь, блядь, ШП. Антифир на себя кинь. Перед взлеткой человек с роющими, если побежит, с него здесь пали что точно. Все готовы там? Сейчас готовность на пол. Диспелить магический эффект страха. Сумеешь? Ну вот. Все, все готово. Отлично. Это было неразумное решение. А, Олу не звал, сори. Метку встаньте. Исповедь по-троянски кидай. Щиток по ханту. Обновление. Какой метки стоишь? Я не сейчас. Бойзу. Зубы по себе. Бля, я просто лист на бывает тебе не надо. А то мне надо будет требовать. Трианская посинее. Я Марса забросил. Угу. Бабл, нажми по воде.
Мега, отойди. Бейзу. Откуси. Скорый. Ставь тотем, гимна ману читай, пусть. А, тотем, когда, значит, просто гимна ману читай. Укушу без хелпа. Жаль. Лучше Ларика выпустить. Ну, Ларика, бойчик или чмур выпустить. У меня серия есть. Петя, сгинуть? Давай. Троянского еще можно укусить. Бойчик Ларика, я Гадхелпа, чмыга укусишь пристав или мага Макса. Там, который сливать тебя будешь. Макс укусом. Тени тысячи мне. А, Марсес с укусом, значит. Шипышку. По себе зуб. Я без закуса. Хотя должен добить. 15 секунд и лям хп. Партнерки хорошие такие. Дальше идете, нет? У нас сейчас все. Стабильно. Кого Роман может поменять? Да, кстати, Романович пошел, можно Романович поставить. Да, можно. Мы сейчас куда идем? На синдром. На синдром. Короче, сейчас было несложно. Вот сейчас ну, будет сложно. Три хила несложно. Я не понимаю, как мы проходили это вот на той неделе с 230-м деревом и полураздетым шаманом. И паладином без 2-10. Да, и Петя был за ханта, и я был с 4к ДПС. Вообще не понимаю. Мы с первого раза убили ее. Я вообще не понимаю, как вы ее прошли, блядь. Может, вы дамага дальше ловили, блядь. Ну, у нас там сплошные РДДшники были, у нас милика вообще не было. Ну да, тоже верно. Кто-то подхилил, а у нас, наверное, да. Да нет. Паладин. Там, скорее всего, разряженно просто стояли и просто соплю не ловили. Ну а чё решили сбежаться в одну точку? Чё это за хуйня? Вопрос хилом. Ну мы играли через шамана. Если хочешь вайпаться на синдре, блядь, будь в шипе нахуй. Хочешь убить, будешь в ДЦ, блядь. Лучше в ДЦ будет. Ты мне скажи, она будет на второй фазе менять, на третьей? Ну, конечно. Тогда я в танк. Тестил Петя, короче, череп. Поменял его на тринку с Солгородом. Тебе ее бить не надо, тебе надо рейд хилить. Типс упал. В итоге сейчас надо некоторые шмотки менять, взять немножко меткостей. Плюс. Отдай мне череп. Я буду с ним ходить. Он уже непередаваемый. Там ничего сложного. Синяя метка над головой появляется, такая галочка, блядь. Ее надо будет выносить. Там видишь, куда люди выносят. Женек, я башмаки поменяю, и пояс у меня меткости будет нормальная, можно будет по употребку брать череп. У тебя же 4-4 есть на протоваре? Да. Ну там будем чередоваться, короче, это под обжигающий. Ну, первый я, потом второй, ты и так по очереди. Ну будешь говорить. Ну-ка, по-быстрому так, кто здесь был последний раз 3 года назад. Прячемся за сферой. Про первую притяжку я не помню, прячемся за столбы. Столба будет 2 в обычном. В десятке то же самое, что в 25-ке, по освобожденке и прочее. Стаки на третьей фазе. Ну, второй, третьей. Шли дракона бить.
Заводилось, да? Ты говоришь? Че, пошли? Говорю, не, это не греет. То же самое, что 25-ки? В плане добавки. Ты имеешь в виду это? Освобожденка и на второй фазе. Но они насакиваются и так тикают тебя. А вы видели навести дракона туда? Или покер? Давай, давай, бей, троянский, бей, бей, дракона. Буду рассказывать, если что-то не так, управляете. Начало боя, светочка уже есть. Я бы только про одну притяжку, про первую, не помню, когда она будет. Первый думаю, бой? Будет... Про какую вообще? Про первую. Про третью фазу? Не, на самом начале. В самом начале просто бьем босса, бьем босса, бьем босса, так и себя скидываем. Их проблем. Потом она притягивает, мы убежали. Она взлетела, поставила две метки. Эти метки должны встать в квадрат квест. Все. Появились глыбы, за глыбы спрятались. Четыре снаряда с неба упали, мы за этими глыбами прячемся от этих снарядов. Точно четыре, да, я думал. Четвертый упал, добили глыбы и пошли бить дальше босса. Все, окей, я вспомнил. Все, тогда я. Другие поняли, кто-то думал не был. Тоже вспомнил. А когда вот эти глыбы стоят, их будем бить или, да. Или потом уже, когда она приземлится? Кстати, после притяжки сколько она дамажит? Помнит кто, нет? Она что за раз сесть. Ну, она вас шотит вроде. Не, ДКшники могут спокойно под зеленкой. Не, я знаю, но ты же не ДКшник. Притяжку под зеленкой могут. Под 50 на 50 ты можешь, но это пол хп твоего будет. Если на тебя будут стаки, то один хер проще убежать. Ну, понятно. Короче, я не ДК, что придется бегать. На первой фазе, получается, я буду просто ходить, ставить раскол, а вот уже на третьей фазе уже буду меняться с тобой. Мне кто-то с паладинов должен кидать фридом, кто это будет? Романович, справишься? Да. А, да не вопрос. Притяжка прилетела, танку с фридом, все. Когда будет залетать? Босс. Танк же в таргете постоянно будет, верно? Не факт. Так, сколько да. Стаков можно набрать и потом скидывать? Есть такой макрос, который, чтобы по... 5. 5, 6, 7. 5, 6. Чтобы по кому кидал? Ну, чтобы по никнейму кидать. Могу тебе по фокусу дать. Давай. Давайте не больше 6, стак по 2000 примерно бьет. Тебе это в игре надо просто... или как? Просто прекратить бить, да, чтобы стаки скинуть? Да. Все. Здесь Коди, он кинул, заменишь милости Луны на Блэйд Свободу. Просто не факт, что на тебя кинется еще, так что смотри, с дебафом просто. Я десятку стакал. Создать. Ты это понятно, Вань, но это... Короче, все. Чтобы убить, отвага. Тут освоение, поэтому... Тут... Наверное, профит не сопроты выпить. Так. Я, пожалуй, выпью. Ну-ка. Так, запомнить. Векс. Кинулся. Ты что-то да. Работает. Нет, сопрот. Так, готовимся. Есть сопрот? Печь. Да, сейчас. Ты, пожалуйста. Где ты там бегаешь? Спасибо большое. Можно было и обычный, у меня финка прокачана. Ларик, у тебя есть сопрот? Они одинаково стоят. Так, по танку фридом, короче, готов макрос. Ну что, вроде так, по бафам все есть. Так, от льда стоит, от этого стоит. Что, еще поставить броню, что ли? Хотя тут магия. Броню. Будешь должен. Кастером поставь. Кастером уже стоит. Броню поставь. На броню, да, лучше.
Короче, мне говоришь меня, я прилетаю, забираюсь. Отдать массейф, отдам массейф, все. Так, вначале выносим в какую? Первые две метки выносятся крест-квадрат. Потом на третьей фазе уже будем выносить первую в звезду, вторую в круг. Ну и дальше каждую в круг, наверное, не парится. Угу, понял, окей. На ребро надо поставить. Ну, 3 хила похилят, может быть. У кого есть что пожрать, садитесь, жрите. Готовность понимания. Кто что-то не понял, спрашивайте сразу. Отклоните проверку. Много информации к хорошему не доводит. Тебе что, непонятно? 20 секунд отойду, вернусь быстро очень. Взлетело две метки сразу. Нет, подожди, подожди. Что, крестик-квадратик? Я дальше объясню. Взлетело, вначале забегаем на лестницу, а потом она выбирает. Это первый раз здесь. Погоди. Ну что ты куда торопишься? Он здесь первый раз. Короче, смотри, ты ДЦ, твое дело считывать, но на тебе будет появляться дебаф. Первый момент. Ты дебаф стакаешь не больше там 7 раз. Стакается он кастами. Вот, каждый каст — это каждый стак, все, поэтому 5 секунд подождать, подождал, спало, все, дальше продолжаешь опять кидать, 10 стак. Первый момент. Второй момент. Она будет притягивает к тебе, к себе, поэтому ты стой внизу со ступенек, только сошел, вот там и стой, чтобы недалеко лететь. Притягивает, и нам надо обратно вернуться на лестницу. Вот. Как только притянул, ты сразу по дороге считуешь себя и второго хила. Третий вот. Понял, в принципе. На третьей фазе ты будешь стоять в этой метке, грубо говоря, вот, в звезде, да? Ты будешь здесь стоять, и все, и отсюда все мероприятия происходить. Все так же не стакаешь, и также, если на тебя кинулась метка, ты выбегаешь либо в кружок, либо вот в звезду, которая вот здесь будет стоять. Ничего сложного. Еще скажи, на ком метке, чтобы к ним не подходили, а то оно замораживает вокруг. Вот метки где мы сейчас стоим... Над вот головой висеть такие синенькие стрелочки. На первой фазе, вот которую мы сейчас начнем, выбегаем примерно вот туда, где мы сейчас стоим. К кресту и квадрату не подбегают. Туда подбегают только те, на ком метки. Вот и все. 10 метров нельзя подходить к этим меткам. Женя, пока тут... они в сосульку не превратятся. А потом просто смотри, когда глыбы появятся, как люди стоят, вот старайся вставать в людей. Если умрете, то умрете все вместе. Будет, ну и считаешь, и считаешь. Давай я объясню проще. Вот представь, Петя, иди сюда, встань просто здесь. Вот будет, представь, Петя в глыбы превратился, да? Вот Синдрагоса, вот там, где ты стоишь, начнет плевать. Там увидишь на земле такое будет пятно белое. Ну, Сапферон, да, принцип Сапферона. Подожди, в него будет лететь глыба, да? Ты встаешь так, что... Глыба была между тобой и той меткой, которая стоит на земле. Если так встаешь, ты выживаешь. Если отходишь за глыбу, ты умрешь. Тут нюанс отличия от Сапферона в том, что снежок падает в любое место. Не так, как в Сапфероне в одну точку, но в любое место. Все. Поэтому тебе надо смотреть, куда лежит снежок, и от него так встать. Все. И главное не разбить глыбу раньше времени. Ну, видите, у меня мало хп, процентов 20, переставайте бить. Доты дотикают, там чуть-чуть у них останется. Все, good raid. Что, все поняли, погнали? Готовимся садиться жрать, у кого есть еда. По фридуму скажешь, когда давать. Я паладином не в курсе, когда там... После каждой притяжки. У меня нет жратвы. Давай, не жрат. А я буду хилиться, похуй. Бочек. Вы пристан. Что за хилинг? Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Хитбок-то большой у босса, так что не парьтесь. Трепещите, смертные! Ибо ваша щелка магия теперь бессильна! Автоатака стакнула или еще? Ну да. Автоатака именно и стакнул. Беги, малышка, беги! Фридом, да? Убегаем. Да. Вроде давал. А, нет, не было.
Freedom на момент взлета. Окей. Я что-то затупил. Когда она взлетать начинает, там куда бежать? Вот сейчас. На лестнице. Ну, вот сейчас. Проблема. Забегаем наверх. С этим сейчас проблема с Freedom. Метки. Метки проверить. Когда она взлетает? Типа. Прячемся. Быстрее, 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 быстрее. Сильно не дамажим автоатакой, не так потихонечку. Второй камешек. Ой. Ну, сейчас мы его разобьют. Да. Третий. Осторожно, не разбейте. Не успеет дотикать. Не бей, не бей, не бей, не бей, белка. Нормально. Ну, то никого. Ну вот, когда убегать начинает, взлетка начинается, вот тогда точно. Давайте, лайцов убегут. Она же не сразу взлетает из этажки. Ну, сейчас смотри, Дэдсон, на тебе дебаф. Каждый раз, когда ты что-то кастуешь, на тебя копятся стаки. Не больше 6 набираешь. Опа. Странно. Ну ладно. Давай еще. Опять на тебя смотрит как пропа. Радует то, что народ хотя бы бегать умеет. А вот он стал лагерный. Тогда же мы все время ходили за лагерь жутким. А сколько без лагов, помнишь, ведь бегали 25-ки? На лестнице. Ну да. Выше лестницы, выше. Метки, метки. Вперед, вперед, вон в красный. Метки по меткам. Держи щит, на всякий случай. Начали щиток. Справа. Сзади возле лестницы справа. Все, стоп, стоп. Прям в глыбу летит, что ли? Да. Нормально. Не бьем, не бьем, не бьем, не бьем. Далеко право. Ну, да, ну нахуй. Прохил. Прохил, 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 прохил. Вот не дотайте, вообще не дотайте. Да, ну да. Че, вайп устроили. Хорошо, вообще. Опять на тебя дотся, смотри, аккуратно. На мне освобожденка, хильте. У вас двоих освобожденка. Я хилю, у меня нет. Три хила. Беги, малышка, беги! Закулдал. На мне освобожденка. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Метка. Not help. Лайк. А, ну у вас щиты и так есть. Справа. Да. Далековато эти метки стоят, на самом деле. Жадно. Ну, да. Я там вряд ли вы просто очень далеко поднимаетесь. Прикольно, можно чаржем внутрь глыбы забежать и будешь стоять. Вообще недолго. А вы не сможешь? Да. Ну, это вопрос. Петя, всех хит кулак, крикни на хп. Сварженка на мне. А, здесь же на 4 минут. Точно.
Сколько перфаза, 35 или 30? По-моему, 35. По-моему, 35, да. Смотрите, в принципе, мы сейчас переведем. Добавятся метки во время того, как мы сейчас стоим с глыбами. Надо будет уносить слева звезду. Первую метку в звезду. Да. Где расскажете, когда? Как скинешь сразу. Выносить. Метка влево. Все нормально. Милики. Метку убиваем. Сейчас. Ходите. Милики за метку. Сейчас бросится, я забираю. Не бейте. Не убивайте, не бейте, подождите. Все, забирай, не спавьте. 3, 2, 1. Забирай. Так, я пошел в эту выношу. Давай. Я ходите, подальше. Ходите. Да, близко просто подходят. Пришлось подальше вынести. Хильте, не проебить. Сейчас Хильте танчит. Отжал масшивы. Влево, влево, влево. Хелп. А Хильте? Че он постоянно по ХП? Правда? Хильте Хильте пить. Ага. Стой, за глыбу сбросить стаки. Будет еще добавил. Все, сбросили стаки, могу его забрать, так, конечно. Я встаю, метка уже стоит в этом кругу. Опа, ваншотнуло нахуй. Не захилили. Ваншот. Следующие метки капля. По себе бабл и массакл. А, я продержу. В центр сабли, да? Да, как, да. Как разобьют, пойдешь меня. Опа. Ближнюю разбили. Гимн на ХП читай. Гимн на ХП. Да он лежит. А, лист? Отойди, бог, метка. Отойди, метка, хан. Пиздец, блядь. Что ж вы не бить? Уйдите, пиздец. Ты меня-то менять, иди, как там бегаешь. Бьем метку. Забрал. РДД, играйте чисто в босса. Андрюха, на тебе метки. ШВ по откату дашь? Да, 8 секунд. Прохилите мага сразу. Похлопить. Иди. Прохил. На ШВ. Андрюха, на метку сразу. РДД по боссу играйте дальше. Блин, я столько освобожденка вообще с... Сбрасываю стаки. Все стаки сбросил. Сразу меня. Центр, пойдите. Женя назад. РДД по метке атакует. А мне скинула. Забрал. А я не бил ее. Я ее не бил. Нормально. А что он сделал? Хвостом откинула, тихо. А, я не понял, отрыгнул. Ебать, один стак. Много ничего делать, все, хильте. Ну, хелп, прохиль. Частицу на меня, пожалуйста. Есть тот же? Разбивайте быстрее. Нет, я тоже вставал. А все, ты здесь притянула. Я туда бегу. А на что-то со мной, не уверен. Ну, мне место. ДПС вообще нету. Не, давай чуть-чуть по-другому переделаем. Смотри, РДД, играйте по боссу, в случае чего. Андрюха, ты тоже будешь играть по боссу. Я буду играть по меткам. Но если на нас не будет кидаться, мы друг друга будем страховать. Кинулась на меня, ты сбиваешь метку. Кинулась на тебя, я сбиваю метку. На РДД скинулось кого-то, я сбиваю метку, ты продолжаешь играть босса. У тебя есть зеленка, тебе намного будет проще выживать. Потому что ДКшником. И не перебегай, если на тебе нету метки и на тебе мало стаков. Не беги ко всем. Ты можешь зайти за босса на другую сторону, тебя там метка никакая не достанет. Ты можешь продолжать спокойно дамажить в случае чего. Угу, понял. А меня захилит, меня должен захилить. До туда до тебя достанут. Раньше так же всегда делали. Вспомни, перебегали на другую сторону синдрома. Я не перебегал. А, ну, я перебегал. Потому что мне было лень бежать ко всем. Именно так. Именно так. Да, на последней фазе нужно, чтобы за каждым кристаллом ты постоял до тех пор, пока с тебя не скинутся стаки таинственной энергии. За каждым. Если ты хоть один пропустишь, следующий склеп, если полетит в тебя, тебя ваншотит. И это должны делать все, блин. Это каждую глыбу ставить в кружок и все, да? Хоть в жопу ее ставьте, блядь. Главное за каждой глыбой скинуть стаки.
Если одну пропускаете, прилетает ваншот, блядь. Но РДД не должны отвлекаться на последней фазе. Иначе ДПС просто стопается в ноль практически. Как только за каждый скинете стаки, блядь, сразу убьете босса, блядь. Ты там крикни на ХП. Кто заметил, я просто сейчас не обратил внимания, сколько стаков получается настакивается от одной метки до другой, от одной глыбы до другой. То бишь она вставляет до следующей. 2-3 стака. Не 2 и не 3 точно. По-моему, 4. Вроде 5. 4, 5, 6, это так. У меня 4 настакивается. Понятно. Ну 4, у меня 4, когда я танчил 6. Это зависит от того, сколько ты бегаешь времени. Это да. Все готово. Все режим. РДД в приоритете, Андрюха. Пометки отыгрываем с тобой. Чтобы не откидывало подальше от босса, отойдите. Ближе к передней лапе. Нормальный ДПС, да? Я завис в полете, летаю, ха? Завис в СМД. Сразу падаем, разворачивай босса к нам, пусть на нас вдохнет. Пиздец, просто... О! Я отцепился. Я тоже. В одну точку. Все, не падаем, не падаем. Да, в одну точку можно всем выжить. Кучу выжить. Зачем? А, вы умерли, я понял. Такой прикол я еще не видел. Всякое бывает, что-то страшное. Всякое бывает, да, Сируся чаще обычно. Я, ребята, просто... я завис. Сейчас отвиснешь. У меня экран загрузки, в смысле. Ну, давайте ждем. Ну, бой еще висит, конечно же. Спиной повернись. А нахрен ты торопишься? Да я думал, все легли, у меня показалось, что все мертвые. Теперь я сейчас умрем, ничего страшного. Если что, он сейчас в очереди 500-м будет. Я 570-й.